Здравствуйте, друзья! Сегодня готовим вырубное печенье. Так я его называю. Значит, я для него взяла 1 литр кефира, 100 грамм сахара, 1 яйцо, 1 столовая ложка меда, пол чайной ложки соды и муки, ну, грамм 800, может, больше у кого какая мука. Замешиваем, ну, такое плотненькое тесто, вот, чтобы такое получилось, раскатываем. И вырубываем из него стаканом. Ну, как раньше делали в советские времена. Вот, вырубали. Мукой хорошенько присыпали, чтобы не прилипало ни к противню. И потом выпекаем при температуре 200 градусов 30-40 минут. Ну, у меня что-то не очень запекалось, поэтому пришлось переворачивать с двух сторон. Ну, такое вкусное, ароматное домашнее печенье. А вот с персиковым вареньем и с чаем самое то. Всем добра!